туника – это уже лент своего рода база, капсула вашего гардероба. Если у вас еще нет туники или у вас нет этой туники, то мы настоятельно рекомендуем начать пополнять свой весенний гардероб именно с такого основного украшения вашего образа. Темно-синий британский оттенок, который мы видим в основе нашей туники, прекрасно работает с фигурой, очень стройнит, делает ваш образ выдержанным, элегантным. А поскольку у нас здесь присутствует вот такое нанесение принта в виде кружева, да и само кружево, как жабо, очень элегантно здесь расположилось, блуза, туника становится невероятно торжественной, праздничной, потому что у нас, Лен, уже, мне кажется, прям с молодых ногтей, что называется, заложено в сознании, что сочетание темного и белого — это прям праздник, это торжество, и туника потрясающе будет смотреться, например, 8 марта. Да, туника, конечно, работает с нашим образом, делает таких три лучших сочетания, три лучших решения в ней сочетаются. Ну, во-первых, туника — прекрасная альтернатива именно, допустим, рубашке классической, да, мы пошли в офис, зачем нам надевать рубашку гладить? Мы надеваем вот такую тунику свободного кроя и чувствуем себя комфортно, да, при этом мы выглядим элегантно. Ну и, конечно, сегодня мы выбираем свои размеры, потому что, обратите внимание, уже все меньше и меньше размеров остается, потому что вам эта туника нравится, вы ее выбираете. 48, 50, 52 и 54 еще есть абсолютно в наличии. Верно. 1390 рублей, и ваша туника, украшенная кружевом, украшена кружевом, будет у вас 86 818. Обратите внимание, что у нас ведь не только имитация кружева как принта, но еще и само кружево вывязано буквально вручную. Какая тонкая работа. Кружевницы старались просто от души. Притом мне нравится, что сама планочка нашей блузы, нашей туники выполнена в локальном темно-синем оттенке. И главное, наш V-образный вырез, он не одинок, он не пустует. Он украшен и дополнен таким потрясающим решением в виде ажурного кружева. Более того, хочу отметить, что это лавсан, точнее сказать, спандекс в сочетании с хлопком. Именно поэтому мы имеем дело с потенциалом. Наша туника прекрасно тянется. Ну а благодаря хлопку мы получаем невероятно нежное тактильное ощущение. Туника обладает ярким цветом, за которым не нужно будет как-то дополнительно ухаживать. Хлопок подходит на все сезоны, хлопок и согревает прекрасно, вот, например, в такую промозглую погоду, как сейчас, и прекрасно себя ведет и в летний, весенний период, поэтому туника на все сезоны с вами. Абсолютно верно, и на все сезоны, и на все случаи жизни, потому что здесь уже не нужно подбирать специальные украшения к нашей тунике, уже все продумано до мелочей, и, конечно, как всегда, мы продумываем для вас цену, за счет чего у нас на едином цене в центре распродаж мы можем предложить вам столь выгодные условия. За счет того, что мы работаем напрямую с поставщиками, напрямую с производителями. Наши сотрудники компании нашли проверенных, в данном случае российских производителей, выбрали для вас эту тунику, и сразу мы предлагаем вам ее в прямом эфире. Именно поэтому такая цена — 1390 рублей. Не упустите сегодня такую возможность приобрести тунику. Ну а мы с вами замерим длину по спинке нашего изделия. 78 сантиметров длина по спинке. Что дает нам такая возможность? Что нам дает такая длина? Естественно, вариативность сочетаний, потому что туника отменно будет смотреться с брючками, как мы сейчас видим на Наталье. Прекрасно тунику можно будет сочетать и с юбочкой. Более того, хочу сказать, что поскольку туник у нас удлиненного кроя, мы можем использовать, например, какой-нибудь пояс, чтобы сделать силуэт песочные часы, тогда акцент сместится как раз-таки выше линии бедер. Но и обратите внимание, что такая длина очень здорово и гармонично играет с вашим силуэтом. Пропорции выстраиваются абсолютно верные, поэтому абсолютно всем типам фигур, и яблоко, и груша, и перевернутый треугольник смотрится просто отменно, садится потрясающе. Вот такая туника потрясающая сегодня представлена в нашем модном часе по самой лучшей, по самой выгодной цене. 1390 рублей, осталось всего 48 таких предложений, не упустите свою возможность. Вот давайте обратим внимание на ту выгоду, с которой мы сегодня приобретаем себе эту новинку. Вот наша новая цена — 1390 рублей, а выгода составляет, можно купить целый комплект еще, 2600 рублей. Это только наша выгода, это наши деньги, которые остались. Конечно, у нас. Но вообще за 1390 рублей, будем откровенны, в магазинах даже обычную майку ХБ не купишь. Точно. У нас хлопок присутствует в составе, и все-таки это полноценный образ. Притом хлопок, обратите внимание, он у нас обычно деликатный материал, он может давать усадку или какого-то особого ухода требовать. В нашем случае хлопок идет со спандексом, поэтому
поэтому мы не боимся, не появляются у нас никакие заломы, не появляются никакие вмятины, потому что спандекс спасает, плюс усадку никакую мы не получим при стирке, и яркость цвета сохранится. Максимально, что я рекомендую сделать в приходе, это вывернуть тунику наизнанку, чтобы наше кружево не пострадало, притом отдельно за ним никак больше ухаживать не нужно. Постирали, высыхает мгновенно, не мнется, все отлично. Что еще нужно для счастья? Абсолютно ничего, у нас полное счастье, вот такой туники, украшенной кружевой. Конечно, мы будем чувствовать себя на высоте в любой день, и в праздник, и в будни. Эта туника с нами будет дружить, и, конечно, мы тоже отплатим ей взаимностью. Самое главное, успеть и прямо сейчас заказать, потому что осталось всего 31 такое предложение. И обратите внимание, с каким азартом вы разбираете эту тунику, потому что вот были у нас все размеры, и осталось всего только 4. Если это ваш размер, если это размер вашей любимой мамы, бабушки, конечно, не упускайте такую возможность, закажите прямо сейчас. Александра Иванова, какие-то еще очень важные измерения хочет сделать. Естественно, мы обращаем внимание сейчас на зону проймы. У нас длина проймы 25 сантиметров. Лен, ни для кого не секрет, особенно для девочек размера плюс. Вот у меня мама выбирала недавно то, что Нику очень сложно подобрать то, что действительно не будет стеснять ваших движений. Обратите внимание, у нас и материал тянется безупречно, и длина у нас здесь в пройме достаточно. Все-таки мы говорим о выверенных лекалах, поэтому никаких натертостей, никакого дискомфорта. Эта зона всегда проблематична, но здесь решена великолепно. Более того, хочу отметить еще и вот такое вот решение в виде манжета, опять-таки локального темно-синего цвета. Отлично, кстати, наш материал тянется, при этом можно сформировать, например, рукав 3/4, можно сделать фонарик и, конечно, носить вот в таком вот удлиненном варианте, как было задумано изначально. Потрясающая туника! Именно так!